Закончился первый раунд. Красным глазом отдыхает Топосунулу Бекболсун, кандидат мастера спорта город Бишкек. 1998 года. Рождение, боксом занимается 8 лет. Счет боям не ведет. Чемпион города Бишкек 2020 года. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Асылхана Байхамбаева. Закончился второй раунд. В седьмом голове ходит мастер спорта Сергей Павленко, город Бишкек. 1989 года рождения, боксом занимается 15 лет, счет боям не ведет. Бронзовый призер чемпионата Азии 2013 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Ивана Мезенцева. Thank you.
Вы окончили. Где победу одержал, как и сумму, и как и